Свобода – это не то, что вам дали. Это – то, что у вас нельзя отнять. Если люди долго спорят, это доказывает, что-то, о чем они спорят, не ясно для них самих. Атеизм – порок некоторых умных людей, суеверие – порок глупцов. Вывеска дурака – гордость, людей посредственного ума – подлость, а человека истинных достоинств, возвышенность чувств, прикрытая скромностью. Фамильярное обращение порождает пренебрежение. Три главных достоинства вождя – мужество, ум, здоровье телесное и душевное. Воздух – это питательное вещество, предусмотренное щедрым провидением для откорма бедняков. Магия – искусство превращать суеверие в звонкую монету. Альянс – в международной политике, союз двух воров, чьи руки так глубоко в карманах друг у друга, что они уже не могут порознь ограбить третьего. Научись властвовать собой, тогда будешь властвовать другими. Худшие враги, из бывших друзей, бьют по твоим слабостям, им одним ведомым, по наиболее уязвимому месту. Глуп, кто глупцов не узнает, и еще глупее тот, кто распознав, от них не уйдет. Опасные при поверхностном общении, они губительны при доверчивой близости. Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув другой. Бедность – ужасное испытание, из которого слабые выходят бесчестными, сильные – великими. Берегитесь женщины. Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу. Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент. На свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали грех и не стремились прославиться в роли грешников. Счастлив совершающий бесполезные поступки, у больного для праздности не хватает сил. Что только не было обещано человеку, страна-утопия, коммунистический рай, новые Иерусалимы, даже далекие планеты. Но он всегда хотел лишь только одного, собственный дом с садом. Бросить в женщину камень можно только в одном случае, когда этот камень драгоценный. Улыбайтесь на всякий случай, случай всегда найдется. Когда кто-то тебе противный что-то тебе доказывает, это и есть доказательство от противного. Проигранное сражение – это сражение, которое считаешь проигранным. Как и все мечтатели, я путаю разочарование с истиной.
Если мы должны умереть, то наша жизнь не имеет смысла, ибо ее проблемы остаются нерешенными, и остается неопределенным само значение проблем. Все сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно. Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что умрем. У того, кто смеется над злом в любых его проявлениях, не совсем здоровое нравственное чувство. Лучшие душевные движения не значат ничего, если они не приводят к добрым действиям. Удивительное удивляет лишь раз, а восхитительное с каждым разом восхищает все больше. Фраза «фильтр мысли». В моем памятнике выдолбите маленькую дырочку на макушке, чтобы птицы прилетали туда пить. Тот, кто знает учение, уступает тому, кто находит в нем удовольствие. Если ты не изменишь направление, то можешь оказаться там, куда направляешься. Молчание – это источник большой силы. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы ублажать других и жить так, как хотят они. Свою жизнь можно прожить по-своему, отыскав свой собственный путь. Ваша цель – самовыражение и выражение любви на глубинном уровне. Вы живете, чтобы учиться и развиваться, вбирая и излучая сочувствие и понимание. Когда вы покинете этот мир, вы не возьмете с собой ни автомобиль, ни банковский счет, ни работу, ни отношения с людьми. Единственное, что вы сможете взять, это способность любить. Радуйтесь, что вы можете просыпаться каждое утро и проживать новый день. Будьте счастливы, что вы живы, здоровы, имеете друзей, обладаете способностью творить и ощущать радость бытия. Иногда надо бежать, чтобы оставаться на месте, и бежать вдвое быстрее, чтобы сдвинуться с места. Чем ниже голова, тем глубже мои мысли. Если тебе все равно, куда попасть, то тебе все равно, в какую сторону идти. Короли признают великими только тех, кого сами и возвеличили. Мы знаем за собой много такого, о чем люди всегда умалчивают, и угадываем в них то, о чем умалчиваем сами. Люди не в силах устоять перед лестью, и даже понимая, что им льстят, все равно попадают на эту удочку. Добрая жена в доме как муравей, а злая жена как дырявая бочка. Мы все умны, когда дело идет о том, чтобы давать советы, но когда надо избегать промахов, мы не более как дети. Как сладко жить, когда живешь с кем хочется.
забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении, это первая и единственно законная задача хорошего правительства. Честность – это первая глава в книге мудрости. Законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Молодые и очень старые всегда одиноки. Молодые, потому что еще не установили связи с обществом, а старые, потому что уже разорвали их. Судьба – не рок. Судьба – не обреченность. Судьба – путь людей, народов, миров. Судьба – дорога, по которой ты пошел в жизни, те контуры, которые ты придал своему существованию. Жизнь человека стала слишком уж сложна. Мы производим ужасное количество вещей. Может, наша жизнь не хуже, чем была раньше, но она не становится лучше.